Он появляется и исчезает в густой траве. Он счастлив быть собакой. Его чуткость будет сопутствовать вам всегда. Лабрадор. Его полное имя – Лабрадор Ретривер, что означает «собака, подающая дичь». Не стоит забывать об этом его качестве, потому что оно у него в крови. Приносить дичь – это его жизнь, его страсть, он гордится этим. Но не стоит думать, что эта порода предназначена лишь для охотников. Не ружье делает лабрадора счастливым, что для него действительно важно, так это приносить предметы, даже если речь идет просто о палке, но еще важнее для него вода. Он любит купание в любое время года и в любой час. Он также очень любит хозяина, поэтому готов разделить с ним самые большие радости в его жизни. Должны сразу сказать, если хотите видеть свою собаку довольной, вы не сможете все время оставаться сухим. Причем не только на улице. Для лабрадора вода всегда ассоциируется с весельем. По крайней мере, будучи щенком, прежде чем он поймет, что в доме игры с водой запрещены, он обязательно устроит несколько небольших наводнений. Сразу же скажем и о другой проблеме, с которой придется столкнуться хозяину лабрадора. Это его подвижный хвост. Лабрадор виляет им так радостно и с таким энтузиазмом, как будто тот живет своей жизнью. Это одна из характерных черт лабрадора и очень приятных. Но только не в доме. В доме это может вызвать целый ряд происшествий, особенно если пес еще молод. Будем и дальше говорить лишь о проблемах? По правде сказать, мы уже закончили, потому что на этом проблемы кончаются. Лабрадор настолько добрая, ласковая и надежная собака, что о нем невозможно говорить плохо. Однако мелкие недостатки могут выявиться, ведь эта собака становится невероятно распространенной, и этого следовало ожидать. Такая красивая, добрая и полезная собака не могла долго пребывать в забвении. К сожалению, у этой медали есть и обратная сторона, потому что внезапный успех всегда опасен для породы, которой приходится сталкиваться с двумя опасностями. Во-первых, снижение качества щенков. Когда растет спрос на какую-то породу, доморощенные собаководы растут точно грибы. Они сами не ведают, что творят, потому что у настоящего собаковода за плечами годы учебы, работы, опыта, хорошего и плохого. Но халтурщики производят столько щенков, сколько требует рынок. И к тому моменту, когда широкая публика сможет оценить качество породы, она начинает ухудшаться. С точки зрения кинологии, количество и качество – вещи несовместимые. Вторая опасность, которой подвергаются собаки модной породы, заключается в том, что людей привлекает их внешний вид. Они хотят такую же собаку, как у соседа, или следуют моде и приобретают собаку, о которой ничего не знают и не подозревают ни о ее достоинствах, ни о проблемах, которые могут возникнуть. Именно по этой причине мы сначала заговорили о недостатках лабрадора. Того, кому эта порода нравится по-настоящему, эти проблемы не испугают, но лучше иметь о них представление с самого начала. Несмотря на все перечисленные проблемы, лабрадор – замечательная собака, ласковая, добрая к детям, дружелюбная по отношению к другим животным. Он олицетворяет собой все собачьи качества, часто приукрашенные, но вполне подходящие к лабрадору. Это верная, преданная, умная, ласковая и многоцелевая собака. Он очень любит людей, и его последним недостатком является полная непригодность для роли сторожевой собаки, потому что радость свою он также выражает лаем. Лабрадор – крепкая, плотная и очень активная собака с объемным черепом, глубокой и широкой грудной клеткой, объемными и округлыми боками. Круп и задние лапы крепкие и сильные. У него прекрасный характер, он очень ловок. Обладает прекрасным нюхом, мягкими губами, обожает воду, неприхотлив, обладает добрым нравом. Лабрадор умен, внимателен, уступчив, готов услужить. Он довольно спокоен, не проявляет агрессивности, но не труслив.
Голова широкая и объемная в черепе, с выраженным плавным стопом и щеками без признаков отвислости. Челюсти мощные, морда умеренной длины, без признаков остромордости. Мочка носа большая, с хорошо развитыми ноздрями. Глаза средних размеров, коричневого или черного цвета. Выражение глаз умное и добродушное. Уши небольшие и не тяжелые, довольно низко посаженные. Рот с крепкими челюстями и зубами, с идеальным ножницеобразным прикусом, то есть внутренняя часть верхних резцов плотно прилегает к внешней части нижних резцов. Зубы должны быть перпендикулярны челюстям. Шея сухая, сильная и мускулистая, высоко поставленная. Лопатки длинные, косо поставленные. Костяк передних лап хорошо развит. Конечности прямые сверху донизу, как при виде спереди, так и при виде сбоку. Грудная клетка довольно широкая и глубокая, слегка суживающаяся сзади. Бока округлые. Поясница короткая, широкая и мускулистая. Задние конечности хорошо развиты, без прогиба в области хвоста. Коленные суставы гибкие, скакательные суставы низко спущены. Лапы округлой формы, плотные, со сводистыми пальцами и плотными подушечками. Хвост является отличительной чертой этой породы. Толстый у основания и сильно суживающийся к концу. Средней длины, без подвеса, но равномерно покрытый короткой, густой и жесткой шерстью, за счет чего выглядит округленным, так называемым выдровым. Он может быть высоко поднят, но никогда не должен загибаться на спину. Движения свободные, размашистые, при этом лапы остаются прямыми и параллельными, приближаясь к средней линии. Шерсть также является отличительной чертой породы. Короткая, прямая, плотно прилегающая, довольно жесткая на ощупь. Подшерсток обладает водоотталкивающими свойствами. Окрас сплошной черный, желтый или шоколадный. Идеальная высота в холке 56-57 см для кобелей и 54-56 для сук. В этих местах есть собаки с гладкой, плотной, темной шерстью, которые отлавливают мерланов, ускользнувших из рыбачьих сетей у берега. Эти собаки не колеблясь, полностью погружаются в воду, чтобы схватить добычу, которую затем они приносят к лодке. Из дневника моряка Аарона Томаса. Остров Ньюфаундленд, суббота, 25 мая 1794 года. Собак, о которых идет речь, называли собаки из Сент-Джонс. Во многих письменных источниках XIX века, когда речь идет о собаках с берегов Канады, используется название Ньюфаундленд и Лабрадор. Это навело некоторых исследователей, например, лорда Джорджа Скотта и сэра Джона Миддлтона, на мысль о том, что лабрадор появился в результате скрещивания собак, которых использовали рыбаки, курсирующие между Англией и Ньюфаундлендом. Мэри Розлин Уильямс, крупный заводчик и знаток породы, не согласна с этой теорией. Она считает, что путем случайной селекции нельзя вывести собаку чисто черного цвета, способную отыскивать и приносить добычу. Она считает, что поскольку у рыбаков не было времени заниматься селекцией собак, скорее всего, собаки из Сент-Джонса происходят от рабочих собак, которых использовали крестьяне в прибрежных районах Северной Португалии. Они называются собаки из Кастро Лабореро и существуют по сей день. Но если о далекой истории лабрадора неизвестно почти ничего, то его недавняя история хорошо известна, и связана она с Англией. Первым заводчиком лабрадора был лорд Малсбери, за которым последовала леди Хоу, хозяйка Бенчери, и миссис Бродли, хозяйка Сэндилендс, возможно, самого известного завода в истории этой породы. Английский кеннел-клуб официально признал эту породу в 1904 году, а специализированный клуб был основан в 1916. Вначале разводили только черных собак. Желтые экземпляры не допускались к воспроизводству. Миссис Уормалд, хозяйка завода Найт, которая начала разводить лучших желтых собак, имела большой успех. В 1925 году возник клуб желтых лабрадоров.
Первой шоколадной чемпионкой была Кукридж Танго, выведенная миссис Полинг. Шоколадный цвет долго остается наименее распространенным. Но сейчас встречаются очень красивые экземпляры этого цвета. Шоколадный лабрадор идентичен другим лабрадорам, но легкие отличия имеются. Например, шерсть у них на хвосте немного волнистая. Лабрадор поистине собака для всех. Он обожает детей, ласков и спокоен со стариками. Это сильный и выносливый спутник для активных молодых людей. В общем, у этой собаки нет ни противопоказаний, ни побочных эффектов. Это собака для всех, хотя не каждый может стать для него хорошим хозяином. Идеальный хозяин для лабрадора – это прежде всего человек, который может уделить ему много внимания. Этой собаке жизненно необходимо общение с человеком. Идеальный хозяин должен знать, что хвост молодого лабрадора должен иметь в своем распоряжении большое пространство. Остальной части собаки не требуется столько пространства, но, к сожалению, они всегда ходят вместе. Хорошо, если при доме есть сад, где собака может дать волю своей жизнерадостности. Хорошо, если там нет большого количества ступенек, потому что щенок не должен подниматься и спускаться по ним по крайней мере до 4-5 месяцев. До этого момента его надо переносить на руках, но щенок лабрадора очень тяжелый. Идеальный хозяин любит работать вместе со своей собакой. Ему не обязательно быть хозяином, но он должен испытывать такое же удовольствие от обучения, как лабрадор от учебы. Если такое чувство близости между ними есть, лабрадор сможет научиться выполнять любую работу. Охота и отыскивание дичи остаются его любимыми занятиями, но если увлечь его сбором грибов, он будет делать это вполне успешно, благодаря прекрасно развитому нюху. Если вы не очень любите лес, можно использовать инстинкт лабрадора для нахождения более домашних, но от этого не менее полезных предметов. Мы говорили, что сейчас лабрадор – модная собака, поэтому риск приобретения второсортных щенков, производимых лишь для удовлетворения потребностей рынка, очень велик. Чтобы не ошибиться, лучше обратиться в клуб собаководства, специализирующийся на этой породе и признанный кинологической ассоциацией. Там вы наверняка сможете приобрести породистых, здоровых щенков, правильно отобранных и вскормленных. Вы должны рассказать собаководу, каков состав вашей семьи, особо указав на присутствие стариков и детей, и объяснить, какую собаку вы хотите получить. Между рабочими, комнатными и выставочными собаками есть разница, и вы должны четко объяснить, что вам нужно, если хотите, чтобы собаковод подобрал подходящую для вас собаку. Независимо от того, для каких целей вам нужна собака, постарайтесь получить как можно более подробную информацию о ее родословной, чтобы выяснить, нет ли у нее склонности к наследственным заболеваниям. Наиболее часто у лабрадора встречаются прогрессирующие атрофии сетчатки и дисплазии тазобедренного и локтевого суставов. Атрофия сетчатки – это прогрессирующая дегенерация сетчатки, безболезненная, но имеющая трагические последствия, поскольку приводит к полной слепоте. Первым признаком является ухудшение ночного зрения. Дисплазия тазобедренного сустава – это патология, которая в легких случаях может привести к легкой хромоте задних конечностей, а в более тяжелых вызывает сильные боли и делает невозможной ходьбу. Дисплазия коленного сустава – это артроз коленного сустава, который приводит к хромоте передних лап. Поскольку эти заболевания наследственные, риск их возникновения снижается в тех случаях, когда для воспроизводства используются только здоровые особи, как и принято у хороших собаководов. При бесконтрольном воспроизводстве риск их возникновения очень велик. Каждый хозяин должен время от времени показывать свою собаку окулисту и водить ее на рентгеновское обследование, чтобы в случае обнаружения одного из этих заболеваний исключить ее из участия в процессе воспроизводства. В отличие от собак других пород, до 6 месяцев щенок не должен много двигаться. Его костная система формируется лишь к 7-8 месяцам, поэтому физические нагрузки ему противопоказаны. Пусть он как можно больше отдыхает, но не надо сдувать с него пылинки. Он может играть и общаться с себе подобными, но только под наблюдением хозяина. Пусть лучше его товарищами будут взрослые спокойные собаки, а не молодые и шустрые. Лабрадор очень любит поездки на машине, которую он считает своей движущейся подстилкой.
Если он еще мал, помогите ему залезть и спуститься. Не просите его прыгать. Ему нужно избегать прыжков, потому что они могут повредить ему. В теплое время года, если вам приходится стоять, всегда оставляйте окошки открытыми, даже если машина стоит в тени, излишняя жара для него опасна. Чтобы собака не пыталась выпрыгнуть из машины, приучите ее всегда ждать вашей команды, прежде чем выйти. Научить ее этому очень просто. Достаточно несколько раз сильно и как можно более шумно хлопнуть крышкой багажника или дверцы, когда она попытается выскочить. Если вам приходится совершать долгие поездки со множеством остановок или по извилистой дороге, лучше посадить собаку в клетку. В отличие от багажника, она защитит ее от тряски и в случаях, когда приходится резко тормозить. Когда лабрадор привыкнет к машине, он может попытаться прыгнуть в другую машину, если дверца будет открыта. Возможно, он смотрит на нее как на средство добраться до любимых им лесов или еще более любимых водоемов. А для этого все средства хороши. В результате водитель машины невольно может оказаться похитителем собаки, даже не подозревая, что у него появился пассажир. Научите собаку не прыгать в первую попавшуюся машину, нарочно создавая подобные ситуации и останавливая ее команды нельзя, когда она пытается прыгнуть в чужую машину. Лабрадор частенько оказывается обжорой с самого раннего возраста. Надо удовлетворять его желание, потому что для него очень важно нарастить слой подкожного жира, который позволяет ему долго работать в воде, не ощущая холода. Для этой породы отлично подойдут высококачественные, хорошо сбалансированные сухие корма. Кроме того, следует добавлять ему в пищу жиры, потому что лучшие корма содержат мало жиров, в то время как лабрадору требуется большое их количество. Если он предпочитает домашнюю пищу, можно чередовать красное мясо и птицу, курицу, гуся, с сыром, яйцами, рыбой, смешивая их с приправленными оливковым маслом кашами или разваренным рисом. Все лабрадоры нуждаются в дрессировке, даже если это просто домашняя собака. Их желание учиться и доставлять радость хозяину настолько велико, что было бы жаль пренебречь этим. Прежде всего, собака должна научиться основным командам. Но поскольку речь идет о ретривере, необходимо научить его отыскивать и приносить добычу. Неважно, будет ли он потом ходить на охоту или сидеть дома и приносить вам шлепанцы. Напомним, что любовь к собаке заключается в том, чтобы сохранить нетронутыми ее естественные инстинкты. Не просить собаку приносить предметы – это все равно, что не раскрывать зонтик во время дождя. Для обучения его команды послушания можно обратиться в любую школу дрессировки собак, а еще лучше – специализированную школу для ретриверов. Напомним, что ретриверы должны научиться выполнять команды не только с голоса, но и по свистку, потому что свисток слышен с большого расстояния. Обучение отыскиванию добычи – самое приятное занятие для лабрадора. Сначала собаку заставляют играть с игрушкой, типичной приманкой для ретриверов. Примерно с 9 месяцев щенка можно приобщать к настоящей работе. Его сажают, ослабляя поводок, и удерживают его сзади, отдавая команду сидеть. В этот момент бросают игрушку поближе к собаке, отпускают поводок и отдают команду «подай». Он с радостью бросится к игрушке, и в этот момент нужно отдать команду «рядом». Неважно, бросит он добычу или будет играть с ней, когда он прибежит, его надо обязательно похвалить. Когда он поймет, что надо делать, его уже можно будет не держать на поводке. Для охотничьей собаки этот предварительный этап должен состоять в подаче дичи. Вне охотничьего сезона используют суррогатных фазанов. Дичь может настолько возбудить собаку, что она забудет обо всем, даже о нас. Если она не идет на зов или начинает играть с дичью, никогда не надо идти за ней. Наоборот, надо идти в противоположном направлении и звать ее бодрым голосом. Это приведет собаку в чувство. Обучение необходимо проводить постепенно и с большим терпением. Лабрадор станет делать все безукоризненно только к 2-3 годам жизни. Торопя события, вы лишь заставите его потерять интерес к работе. Следует также менять места, способы и людей. Приятным разнообразием для лабрадора может быть подача чучела, брошенного не дрессировщиком, а кем-то другим. Важно избегать банальности и не повторяться.
Если работа для собаки превращается в рутину, приятное, но однообразное занятие, это скажется на его поведении и отношении к работе. Такая собака никогда не станет чемпионом. Когда собака научилась неплохо подавать дичь, она может перейти к работе в воде. Но перед этим необходимо познакомить щенка с водой, поскольку не все лабрадоры воспринимают ее сразу. Отправимся со щенком на реку или к озеру, но не стоит сразу заставлять его лезть в воду. Бросая собаку в воду, можно напугать ее, навсегда лишив ее природной тяги к воде. Лучше поощрять ее страсть к подаче дичи, бросая в водоем палку. Рано или поздно она не устоит и влезет в воду, чтобы схватить ее. Если мы будем действовать постепенно, бросая ее каждый раз на большее расстояние, скоро мы с удовлетворением сможем увидеть, как ловко плавает наш лабрадор. Тому будут предшествовать такие предварительные этапы, как «хочу, но не могу», «плаваю, где могу достать до дна», и, конечно, такой этап, как «помогите, здесь слишком глубоко», после чего собака возвращается на берег, но проплыв 2-3 метра. Более взрослому щенку, впервые увидевшему воду, понадобится больше времени, чем маленькому. В возрасте 6-7 месяцев он уже в состоянии понимать значение слова «опасность», и неизвестная водная гладь может немного пугать его. Идеальный выход – это привлечь к сотрудничеству взрослого лабрадора, опытного пловца, и бросать в воду более привлекательные предметы. Рано или поздно щенок решит последовать за старшим товарищем. Но, очевидно, даже щенок не может удержаться от веселых проказ. Например, отряхивается, пока плавает. Это довольно неудобно, но так делают все щенки, потому что они еще не понимают, что к чему. Опытная собака, наоборот, не будет этого делать. Хорошо дрессированная собака не должна отряхиваться до тех пор, пока не принесет добычу дрессировщику. Но на это нужно время. Когда собака привыкнет к воде, можно приступать к необходимым упражнениям. Но это также необходимо делать постепенно, хваля собаку за каждое успешно выполненное действие. Вместо палки используем игрушку. Просим собаку бросаться в воду только по нашей команде и учим ее доставить добычу более правильным способом. Если у вас есть желание и упорство, возможно, однажды и ваш лабрадор сможет подавать дичь так же красиво, как это делает Аарон, чемпион Италии среди рабочих собак. Кстати, это наиболее правильное расстояние, на которое следует бросать приманку. Конечно, вручную, но такое расстояние бросить приманку невозможно. Для этого используется специальный инструмент. При наклоне с помощью этого приспособления можно бросить приманку даже на 100 метров. В момент броска раздается сильный сухой щелчок для того, чтобы собака могла привыкнуть к звуку выстрела. По выходу из воды лабрадора необходимо обсушить, особенно в области основания хвоста. В противном случае у мокрой собаки могут возникнуть болезненные спазмы мышц аддукторов, что вызывает так называемый феномен сломанного хвоста, когда он напряжен и опущен вниз, и собака скулит при каждом его движении. Этого легко избежать, хорошенько обсушив собаку. Помимо охоты, как мы уже говорили, лабрадора можно использовать и в других областях. Последние годы собаки этой породы успешно используются для поиска трюфелей, особенно в Италии и во Франции. Лабрадор ведет поиск медленнее и более обдуманно, но результат получается прекрасный. Он очень тщательно прочесывает участок, даже делает пробы до тех пор, пока не будет уверен, что попал в точку. Но зато можно не сомневаться, редкий гриб ускользнет от этой дотошной собаки. С недавнего времени лабрадор стал принимать участие в соревнованиях по аджилити. Несмотря на свой размер, эта собака проявляет удивительную ловкость, с легкостью преодолевая препятствия. Но не следует обольщаться его успехами. Для лабрадора аджилити хорош как игра, но по своим физическим качествам эти собаки не являются прирожденными спортсменами.
Напомним, что не стоит приобщать щенка к занятиям этим видом спорта до тех пор, пока не будет завершено его физическое развитие. Как мы видели, лабрадор – прекрасная, умная, полезная и многоцелевая собака. Но помимо этого, лабрадор еще и прекрасный друг, который учит нас, что можно почувствовать себя счастливым даже в лужице воды, что жизни нужно радоваться каждую минуту, что чувствовать себя частью природы и любить все живое – это самая естественная вещь в мире. Лабрадор – способный и прилежный ученик. Но он еще и великий учитель, и его ценные уроки не стоит забывать.